конца. Обставини, не вдалося нам зібрати сьогодні оптимальний склад. Там хтось поїхав, хтось травмований, хтось там ще щось, комусь час не підійшов вечірній. Тому грали таким складом, який є на сьогодні. Ну і суперник нам попався на сьогодні дуже атлетичний, непоступливий, було багато боротьби. Тому вважаю, що... А також у нас було декілька моментів, які ми не реалізували, а хлопці з Лайону на навпаки, вони використали всі свої можливості, ну і тому доволі справедливо. Вторая встреча, вторая победа. Ну, ребята играли сьогодні, мені понравилось, що команда суперника грала більш-менш коректно. Ну, не буває такого, щоб вообще там без стыков или без каких-то разногласий. Ну, мені, в принципі, сьогоднішня игра понравилась, то, що була, да, була і силовая борьба, була і там где-то ножка в ножку, но тут такое. Ты бывает. Да, бывает. То есть спасибо сопернику за корректную игру, что сегодня у нас все целые, потому что после прошлой игры есть травмированные. Поэтому. Ну, задоволені першою перемогою. Конечно, чи да... не просто надалася. Не, ну чи... как сказать, пропустили на самом деле достаточно нелепый гол. По игре соперник имел, конечно, еще моменты. То есть я не могу сказать, что там что у нас сегодня молодец опять Паша Литвиненко. Несколько раз хорошо выручил. То есть, но мы свои моменты реализовали. Было еще пару моментов. То есть, ну как бы, я думаю, что счет по игре. То есть у нас было немножко больше преимущества. То есть, ну, было бы закономерно там победа в 1-2 мяча, то, что сегодня произошло. Грали так, як вийшло. Друга зустріч з Легіоном для вашої команди. Так, так. Помітні зміни у Легіона? Чи ну, лише стиль у хлопців такий своєрідний, тобто силовий. В прошлом году у нас тоже начался турнир, ну, правда, с отборочных, два поражения, потом ничья, потом было пять побед подряд. Сейчас у нас было два поражения, ничья, вот первая победа, будем надеяться, что теперь будет по возрастающей идти в том же режиме, как было в прошлом году. Конечно, соперники, ну, вот в этом то, что очень нравится, что все равные, то есть и у нас остались Ринга, да, ЗЗБК-1 и
еще кто-то остался. То есть, ну, как бы мы посмотрели игры, что все команды приблизительно одного уровня. То есть, как бы могут и одни выиграть, и мы можем выиграть, могут они выиграть. То есть, ну, как бы не знаешь, как сложится, все зависит от многих факторов. Кто будет здоров, кто не здоров, сколько человек приедет, сколько не приедет, и у соперника, и у нас, то есть, как бы, этого никогда не угадаешь. То есть, ну, я думаю, что будет интересно до конца турнира, что не будет такого явного аутсайдера в этом турнире. Там, может быть, даже такое, что от 1 до 8 места будет там очков 5. Ну, это было вообще прекрасно.